поздравляю с победой. Сегодня у вас, по всей видимости, не все получилось. Bueno, sobre el papel habíamos intentado que saliera nuestra modelo, nuestra idea de juego. Está claro que tenemos que mejorar muchas cosas. Это понятно, что нам нужно улучшить качество игры. Para poder ganar el torneo, que es el objetivo. Чтобы прийти к финалу и выиграть игру. Искусственный газон повлиял как-то на игру? Influye el césped artificial en vuestro juego? No. Нет, не повлиял. No, es más, yo creo que hasta nos favorece porque los jugadores están acostumbrados. Кроме того, я думаю, что нам наоборот это подходит, потому что игроки уже привыкли к искусственной траве. И как вас встретили? Расскажите, как вас принял Казахстан, как организация турнира? И Китали бейс ресибидо Казахстан, Китали организацион. Es el segundo año que Это второй год, как мы приезжаем, участвуем в Кубке Президента. И creo que este año creo que han mejorado en todo. И в этом году намного лучше. Felicitar нас. И мы хотим поздравить вашу организацию за прием. Y esperemos que el objetivo de este torneo, que es la preparación y la formación de los jugadores, pues se cumpla. Y цель этого турнира, как подготовка игроков и улучшение у игроков, как будет улучшаться каждый год. Спасибо. Поздравляем со стартом турнира. Поздравляем с хорошей, добротной игрой вас. Сегодня однозначно не все получилось. Скажите, какой был план на игру и что ребята не смогли выполнить? Что я хочу сказать, то, что мне посчастливилось, что я попал на этот турнир. Именно первая игра у меня была с Испанией, так как я в сентябре готовился на отборочный чемпионат Азии. В нашей подгруппе это Катар, Ирак и Туркмения. Поэтому то, что мы привезли на год младше игроков, ну, видно было по физической подготовке, мы чуть слабенькие, в тактике мы тоже чуть-чуть уступали. Ну, как говорится, будем готовиться на свой чемпионат Азии. Расскажите об организации, как вас принял Казахстан, какие условия вам создали? Я очень рад. Вот я хочу, как сказать, то, что мы вот тоже недавно приехали с Японии. Вот здесь чуть-чуть поинтереснее, правда, то, что вот гостиница нормально, хорошо нас встретили. В Японии было чуть по-другому, но здесь получше. Организация все лучше. Какие цели у вас поставлены на турнир? С какими задачами вы приехали в Астану? Ну, обычно всегда каждая команда, какая бы ни приехала, у нее цель одна – взять первое место. Ну, чуть-чуть у нас сегодня сорвалось. Я же говорю, мы тоже привезли на год младше ребят, чуть-чуть физически слабее. То есть у вас задача скорее наиграть? Да, скорее наиграть игроков, да. Скорее наиграть игроков на чемпионат Азии. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Хорошо. Удачи.